Всем привет, друзья! Пришло время по-настоящему большой подборочки самых крутых вещей с AliExpress. Я объединил лучшие выпуски на своем канале и сделал их в одной подборке. Но если тебе понравится какой-то товар, то все ссылки будут в описании. Поехали! Выгодные покупки в интернет-магазинах от сервиса SmartySale. Заходим на сайт, регистрируемся, выбираем один из любимых магазинов в каталоге, переходим в магазин и заказываем необходимый товар. Получаем до 50% денег с каждого заказа обратно. Ребят, я сам регулярно использую данный сервис и рекомендую вам присоединиться. Весьма удобным помощником при ремонте может стать этот наручный магнитный браслет. Просто прикрепите к его магнитной зоне крючок, шуруп или булавку, и он надежно удержит любой металлический предмет. Во время работы обеспечивается быстрый доступ к необходимым предметам. Эластичный манжет позволяет надевать браслет даже поверх объемной теплой одежды. На магнитной площадке удобно удерживаются винты, шурупы, гвозди и биты, всегда находясь в легкой доступности и освобождая руки. Ремешок подходит для любой руки. Полезная вещь, которая наверняка пригодится при проведении различных видов работ. Отверточная рукоятка с гибким валом и торцевой головкой на 8 мм применяется в автомастерской, на производстве для монтажа или демонтажа торцевых головок. Рабочая часть конструкции выполнена из прочной стали, а гибкий вал позволяет применять инструмент в труднодоступных местах. Пластиковая рукоятка удобной формы обеспечивает комфортное удержание инструмента. Наверняка вы хоть раз видели химические источники света. Это неоновые палочки, которые начинают работать после того, как вы их переламываете. Принцип работы здесь довольно прост. Внутри находятся две капсулы с разными химическими составами. При переламывании палочек состав смешивается, и можем наблюдать красивое неоновое свечение. Ну а продолжительность свечения – около 6 часов. Если хотите почувствовать себя настоящим бойцом спецназа, то быстрее заказывайте. А это невероятно полезная вещь, которая точно пригодится в каждом доме. Это жидкий пластилин, в основе которого находится силикон. После вскрытия пакета у вас есть 30 минут на проведение необходимых работ, после чего вещество начнет затвердевать. В комплекте идут 6 упаковок. Простая и невероятно полезная вещь. Металлическая вата – это материал, который состоит из тончайших металлических проволок с острыми краями, собранными в один пучок. Соответственно, она бывает разной толщины, от сверхгрубой до очень тонкой, как в этом случае. Кроме того, из этой ваты делают такие штуки, как огненные шоу. При ее горении выделяются долгоиграющие искры, осыпающие огненным дождем. Выглядит нереально круто. На сегодняшний день электрические скутеры и велосипеды стремительно набирают популярность. Еще одним альтернативным средством передвижения можно считать эту складную модель. Конструкция довольно проста, но весьма привлекательна и необычна. Она состоит из 4 элементов. При этом скутер развивает скорость до 30 км в час. А полной зарядки аккумулятора хватает, чтобы проехать около 25 км. Благодаря его компактным размерам, его можно брать куда угодно. Ну а для тех, кому часто приходится ездить по командировкам, а после отчитываться о своих расходах, наверняка понравится эта вещь. Это портативный беспроводной термопринтер для печати чеков. Эта модель оснащена Bluetooth, а это значит, что на печать можно отправлять прямо с телефона через специальное приложение. Довольно необычная и полезная вещь. Это проточный водонагреватель с цифровым дисплеем и мощностью в 3 кВт. Максимальная температура нагрева проточной воды до 35 градусов Цельсия.
Такой смеситель отлично подойдет для дачи или загородного дома. Ну, для тех ситуаций, когда отключили горячую воду. Вакуумный упаковщик. Этот прибор станет полезным приобретением для домашней кухни. Устройство обладает приемлемой ценой, эстетичным внешним видом, компактными габаритами и высоким качеством упаковки. С его помощью можно герметично запаковать разные продукты для долгого хранения. Кстати, немаловажным плюсом является то, что пленки идут в комплекте. Необычный светильник «Луна» с пультом управления на AliExpress. Светильник представляет собой детальную копию настоящей Луны, причем настолько, что на ее поверхности можно рассмотреть кратеры, цепочки гор и лунные моря. Луна легко крепится на стену, а встроенный светочувствительный датчик автоматически включает устройство при наступлении темноты. Светильник управляется с помощью пульта, который позволит вам выбрать одну из 12 лунных фаз, например, полумесяц или полнолуние, или включить режим их автоматической смены с интервалом в 5 секунд. Имея дома такой светильник, вы в любой момент можете воссоздать романтическую атмосферу лунной ночи или просто расслабиться под любимую музыку. При упоминании сахарной ваты всегда вспоминается что-то хорошее и радостное. Эта сладость создает атмосферу праздника даже серым будничным дням. Именно поэтому вам стоит купить аппарат для приготовления сахарной ваты в домашних условиях. Сладкая вата не требует для производства особого сырья. Подойдет практически любой сахарный песок. Технология приготовления проста. Сахар насыпается в лопасть головки оборудования. При включении аппарата вращающаяся головка за счет центробежной силы распыляет расплавленный сахар. Образующиеся волокна наматываются на палочку, и вот тогда можно получить настоящее удовольствие. Погостик, или по-нашему кузнечик. Это устройство для совершения прыжков, состоящее из пружины, ручки, педали и основной платформы. Человек надавливает на пружину, и она придает ему обратный импульс. Опытные прыгуны ловко преодолевают препятствия на дороге в виде люков и ям. Профессионалы перепрыгивают автомобили и делают десятки экстремальных трюков. Довольно необычное и недорогое изобретение. Среди многих аксессуаров, как у мужчин, так и у женщин, нередко можно встретить именно солнцезащитные очки. Подбирая вид данного аксессуара, приходится опираться не только на их структуру, материал, из которого они изготовлены, но и модель. На сегодняшний день насчитывается более сотни различных форм очков, среди которых можно выделить особенно популярные. Приобретая такие очки, вы 100% останетесь довольны, ведь продано уже более 5000 экземпляров и только положительные отзывы. Велоскейт – это новое изобретение, не так давно попавшее на российский рынок. Гибрид, напоминающий скейтборд, но более маневренный, представляет собой два колеса, соединенных алюминиевой трубкой. Движение происходит не за счет сил гравитации и трения, как на скейтборде, а за счет поворотов ног и корпуса, обеспечивая лучший контакт с велоскейтом. С точки зрения возможности прыжков и переворотов, велоскейт открывает большие возможности. Он будет отличным подарком для любителей спорта, а также для тех, кто не любит обыденность. Оригинальное изобретение не оставит равнодушным даже самых искушенных покупателей. Ультразвуковой отпугиватель грызунов и насекомых представляет собой электронный прибор, защищающий хозяйственные постройки, дома, склады и иные строения от крыс, мышей, насекомых и других мелких вредителей. Он функционирует в разных климатических условиях, не опасен для здоровья людей, животных и требует мало энергии. При излучении волн нарушается физиологическое общение между особями, происходит нарастание чувства опасности и тревоги, станет незаменимым помощником в хозяйстве. Надежным спутником настоящего любителя экстремальных путешествий станет водонепроницаемый чехол для iPhone. С ним можно отправляться и в горы, и в длительные заплывы или заезды. Можно плавать и совершать активные спортивные тренировки. Ему нипочем падение на камни с двухметровой высоты. Он продержится в течение часа при купании или нырянии не глубже, чем на 2 метра. Кроме того, с его помощью можно делать крутые видео под водой. На AliExpress продается венерина мухоловка – наиболее примечательное растение. Венерина мухоловка переваривает насекомое, что является следствием нехватки питательных веществ, получаемых корнями. Листья зеленые, удлиненные, состоящие из двух захлопывающихся сворок зубчиками по краям. Ловушка этого растения устроена так, что при прикосновении насекомого растение ловит его молниеносно, плотно захлопывая створки.
А это прикольное пляжное покрывало, изготовленное из двух слоев специальной полиуретановой сетки, которая моментально пропускает через себя песок, как только он на нее попадает. Покрывало также не впитывает влагу и устойчиво к прочим загрязнениям. Лето – пора вечеринок. Удивите своих гостей ледяными стопками. Нет, не хорошо охлажденными стеклянными, а настоящими рюмками изо льда. Такой сосуд надолго сохранит напиток холодным, а если разобьется – не жалко. В одной силиконовой форме можно сделать одновременно 4 шота высотой около 5,5 см. При заказе вы можете выбрать один из 4 доступных цветов. Летом все мы любим купаться. И для таких случаев я нашел вот такие силиконовые перепонки на пальцы. С помощью них вы сможете гораздо быстрее плавать, тем самым выигрывая различные споры. Беспроводная колонка – это очень популярный на сегодняшний день аксессуар, без которого сложно представить вечеринку, поход или пикник на природе. Эта колонка позволяет не только наслаждаться любимой музыкой, но и делает вашу вечеринку ярче. 80 встроенных светодиодных лампочек мигает в такт музыке и превращает вечер в настоящее световое шоу. Выбирайте один из 5 режимов и наслаждайтесь чистым, насыщенным звуком и световым оформлением. Колонка совместима со всеми смартфонами, поддерживающими функцию Bluetooth. Этот надувной бассейн с непрозрачными стенками легко и быстро устанавливается без применения технических средств. Он не нуждается в подготовке грунта, насыпке песка и так далее. Борта бассейна поддерживаются надувным кольцом, которое по мере заполнения бассейна поднимается вместе с уровнем воды, расправляя стенки. Для установки бассейна нужна плоская горизонтальная площадка. Удобный сливной клапан позволяет присоединить садовый шланг, что дает возможность слить воду в любое место. Светодиодная подсветка колес велосипеда на пульте управления. Это не только ваша оригинальность, но и безопасность на дороге. С такой подсветкой вас тяжело будет не заметить на дороге в темное время суток. Этот гаджет крепится на заднее и переднее колесо велосипеда и управляется с помощью смартфона. Вы сможете без проблем загружать собственные картинки или выбирать из уже готовых. Приложение будет контролировать вашу скорость езды, максимальную скорость и записывать время в пути. Выглядит нереально круто. Радиоуправляемый вертолет в виде мигающего шара заставит удивиться даже взрослого человека. Запустив такой шарик с помощью пульта управления, вы сможете без проблем жонглировать этим вертолетом. Кстати, пульт сделан в виде штурвала настоящего вертолета. Внутри шара есть светодиодные огни, которые очень красиво выглядят в ночное время суток. Ну а датчик приближения позволит находиться в воздухе до 10 минут. Очень классный и необычный вертолетик. Интересный складной фонарь, состоящий из 3 отдельных панелей, каждая из которых заряжается от солнца. Впрочем, зарядка от сети также присутствует. В каждой панели по 6 светодиодов. С помощью крюка девайс можно подвесить, сделав из фонаря полноценную люстру. Отлично подойдет как на отдыхе, так и в тех ситуациях, когда отключили электричество. Фонарик очень ярко светит и может продержаться без подзарядки до 8 часов. В походных условиях важную роль играет компактное, но функциональное оборудование. Пила ручная, туристическая, обязательно пригодится. Например, при необходимости сбора материалов для костра. Такие модели отличаются легким весом, а основной компонент в них – леска или цепь. Качественные инструменты подходят для распила деревьев любого диаметра. Очень удобно в применении, в первую очередь, благодаря тому, что имеет складную конструкцию. Работать с ней можно как одному, так и вдвоем. Кнопочный телефон размером с кредитную карту претендует на звание одного из самых компактных и тонких телефонов, который можно легко поместить в кошелек. В нем только самые необходимые функции, включая Bluetooth и радио. Емкость аккумулятора 340 мАч, что хватит на 3-4 дня в режиме ожидания. Вес данного девайса 26 грамм, множество цветов, ну и, конечно же, привлекательная цена. Светодиодный проектор с операционной системой Android, сенсорным экраном, 4G модемом и встроенным аккумулятором обеспечивает яркое и четкое изображение с насыщенными цветами. В проектор встроен очень качественный экран. С его помощью можно использовать проектор как полноценный планшет.
Беспроводная лазерная клавиатура позволит вам сэкономить время, упростит набор вводимых данных и превратит любое совместимое с Bluetooth устройство в отдельный компьютер. Яркие инфракрасные лазерные клавиши упрощают процесс набора, а возможность добавления мыши позволяет управлять курсором с естественными движениями, уменьшая нагрузку на руки. Она практична и эффективна. Полная раскладка клавиатуры появляется практически из ниоткуда. Порадуйте себя такой необычной клавиатурой! Радиоуправляемый шпионский танк. Это не просто игрушка, а передвижная система видеонаблюдения. Управляется с помощью различных гаджетов. Этот чудо-танк с микрофоном и видеокамерой делает фотоснимки, передает и записывает видео в реальном времени, а встроенная инфракрасная камера позволяет видеть в темноте. Управляется с помощью Wi-Fi соединения через специальное приложение, которое можно скачать в Play Market или App Store. Современные технологии не стоят на одном месте, поэтому есть еще одно довольно эффективное средство против проколов. Это специальная антипрокольная лента для велосипеда, сделанная из латекса. Она выпускается в различной цветовой палитре, которая характеризует ширину камеры. Если использовать широкую модель, то существует возможность защитить и боковые стороны. Принцип установки достаточно прост. Для этого необходимо вставить латекс внутрь покрышки. Лента обладает низкой себестоимостью и сравнительно малым весом. В том случае, если лента уложена правильным образом, она не оказывает влияния на баланс. Эта лента очень прочная и сможет защитить даже от сильных проколов. Современный детский гаджет «тарелка-непроливайка» не даст пролить и рассыпать еду вашему ребенку в любых условиях – дома или во время прогулки на улице. Специальная оригинальная конструкция чашечки «тарелки-непроливайки» сохранит все содержимое без потери, и ваш ребенок не испачкается и не намусорит возле себя, так как пища не сможет пролиться или высыпаться. Весь секрет непроливайки тоже очень прост. Внутри конструкции находится крутящийся шар, который вращается с диапазоном 360 градусов. У тарелки-непроливайки есть плотная крышка, которая надежно ее закрывает и тем самым сохраняет пищу в чашке. Такая чудесная мисочка прекрасно подходит и для жидкой еды. Путешественник ценит гаджеты за один из двух факторов – многофункциональность или миниатюрность. Мужская карманная электробритва мини-USB относится ко второму варианту. Недорогое сверхпортативное изделие легко присоединяется к смартфону пользователя и, используя его аккумулятор, позволяет снять с лица лишнюю растительность. Причем сделать это можно в любом месте. Для соединения со смартфоном необходимо наличие порта мини-USB. Стандартный вариант работает на мобильных устройствах Android. Он легко помещается в сумку, рюкзак и может перевозиться в ручной клади. Материал корпуса – прочный пластик. Камни для виски изготовлены из пищевой нержавеющей стали. Заполнены охлаждающей жидкостью и имеют форму кубиков льда. Они не царапают стекло и обладают уникальной способностью аккумулировать холод. Это свойство камней будет поддерживать напиток прохладным продолжительное время. Камни для виски охлаждают напиток и не разбавляют его. Нужно только заранее поставить кубики в морозильную камеру и далее положить в напиток. Откажитесь от кубиков льда для сохранения всей гаммы вкуса. Таким способом можно охлаждать и другие напитки. Портативный складной гаджет с 3D-эффектом предназначен для просмотра фильмов на смартфоне. Качественно увеличивает картинку в несколько раз. При этом компактно складывается и не занимает много места. Отлично подойдет для просмотра фильма большой компанией. Еще совсем недавно 3D-принтер был фантазией, в которую поверить было крайне сложно. Его можно было встретить только в фильмах и книгах о будущем. Однако уже сегодня 3D-принтеры не только стали реальностью, но и плотно вошли в жизнь людей. 3D-принтер – это устройство, которое способно выводить трехмерные данные. Другими словами, такой принтер способен создавать объемные фигуры. Каждый знаком с обычным принтером, который способен распечатывать текст или картинки. Принцип действия трехмерного принтера схож с обычным, однако 3D-принтеры создают указанные в программе трехмерные объекты. Технология трехмерной печати основывается на последовательном нанесении слоев. Для печати используется пластик, который плавится в печатающей головке. После нанесения слоев пластик застывает и затвердевает.
это самая легкая, надежная и безопасная система универсального крепления для смартфонов. Надави, поверни, закрепи. Вот основной принцип этой запатентованной системы, которая позволяет вам за секунду надежно закрепить ваш мобильный гаджет на стене или в автомобиле. Это крепление разработано в Австралии и, в отличие от многочисленных крепежных систем, действительно универсален и прост в эксплуатации. Без зажимов, ремешков и сложных крепежей. Гарантирует 100% безопасность для вашего мобильного гаджета. Еще одним аксессуаром, способным в какой-то мере уберечь ваш мобильный телефон от карманников, можно считать вот такое приспособление. С его помощью ваш смартфон крепится специальной защелкой в кармане, и никто кроме вас не сможет его достать. Ну а чтобы достать телефон, достаточно лишь нажать нужную кнопку. Ферромагнитная жидкость. Это магнитная жидкость, которая реагирует на магнитные поля и образует разные узоры в зависимости от силы и мощности соприкасаемого магнита. В покое это обычная маслянистая черная жидкость. Но если рядом с емкостью такой жидкости разместить магнит, то магнитная жидкость будет примагничиваться к магниту, образуя много шипов. Выглядит нереально круто. А это игривая собака, которая начинает свой танец сразу после подключения к USB. Штука для приколов и подарка своим друзьям. На этом я заканчиваю. Не забывай посмотреть вот эти видео. Всем удачи и пока!